Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу поговорить о такой вещи с позиции аюрведа, как страх. Страх – это эмоция, вызванная поражением избыточной ваты в нашем сознании. Сознание человека, если помните наши темы, определяет садха-капитта, которая присутствует в голове и в человеческом сердце. Когда человека поглощает страх, человеку трудно переваривать свои мысли, и страх переносится с головы на сердце. Компания Pure Herbs сделала новый препарат, называется очень просто Calming, в который входят все известные нам средства для нервной системы: Брахми, Мандукапарми, Джатамамси, Шанкапушпи, Тагар, индийская валерьяна, так точно так же, как и джатамамси, это священная валерьяна. А также очень важно, это кора дерева арджуна. Арджуна выглядит примерно как вот это дерево, чуть-чуть более зеленоватое. И кора арджуны поддерживает сердце человека. И когда человек чувствует страх, и у него бьется сердце, состав Calming будет самым идеальным составляющим. Плюс в него входят семена дерева капикачу, что является источником, натуральным источником допамина, гормона счастья. Принимайте препарат Calming и забудете, что такое страх. По секрету скажу, сильная доза этого препарата поможет справиться даже с паническими атаками. Обращайтесь на сайт pureherbs.eu.